Интересно, кто у нас такой великий грузин, я спрашиваю, конечно. Как? Правильно, молодцы. Александр Басылай, он же Вудхус. Великий композитор, если кто-то не знает, кто он. А сам Оливерия, легендарный, вот эти все мюзиклы, это его песни, это его творчество. Человек, который ушел из этой жизни, но он с нами, его песни живут, пока живет нация грузинская. И вот эта песня про маму вы не слышали. Даже я не слышал. Никто не слышал эту песню, потому что он написал для прекрасной женщины. И эту песню никто не пел. А потом он взял и дал эту песню нашим братьям, вот этим прекрасным певцам, и сказал: пойте, мои братья. Так что, друзья, мы сейчас первый раз услышим эту песню про маму. Посвящается всем мам. Мамы, будьте здоровы, будьте счастливы. Голоса Батуми, песня про маму. Поехали. Как лучи к земле внимательны, как земля дорога лучу. Подойду сейчас я к матери и прижмусь головой. Матерям своим, как потом в тишине ругаем себя, ведь вместо ласк и роз сколько слез и машин мы дарили любя, столько седых. Я свой бокал вина до дна, самому не грешно пить с вином, а ты давай всегда поброни, как тогда в тени.
давай сигар.